Полгода прошло со времени, когда в Балтийском море были взорваны три нитки газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». По делу диверсии ведутся сразу три официальных расследования. Определенные события текущего момента позволяют нам предполагать, что следствие вступает в решающую фазу. Очень возможно, что вскоре мы узнаем результаты расследования. Или не узнаем.